Тем временем в Сирии правительственные войска при поддержке российской авиации активно развивают наступление на позиции Исламского государства. Командование рассказало о новых успехах сразу на нескольких направлениях. Мощные огневые удары нанесены по укрытиям боевиков в горной местности на севере Латакии. Провинции Дейр-аз-Зор удалось отстоять стратегически важный объект – гражданский аэропорт. Что касается нашей авиагруппировки, то за последние трое суток российские летчики ликвидировали почти 450 объектов инфраструктуры террористов. В течение последних дней интенсивность боевых вылетов нашей авиагруппы в Сирии была ниже, чем обычно. Однако количество целей на один вылет увеличилось. Это связано с тем, что часть летательных аппаратов авиагруппы выполняли задачи вскрытия и доразведки объектов террористов по данным, полученным от представителей сирийской оппозиции, информационного центра в Багдаде и командование сирийскими правительственными войсками. Напомню, что все воздушные удары наши самолеты осуществляют только после проверки по нескольким каналам и подтверждения принадлежности объектов террористическим группировкам. Последние вылеты российской авиации, как ожидается, помогут сократить число обстрелов Дамаска. Одним из точечных ударов уничтожен склад самодельных неуправляемых ракет. Боевики Исламского государства выпускали их по жилым кварталам сирийской столицы.